целью грабежа или что, ты понимаешь, что у тебя по бензину, блядь, ты как раз выйдешь на такую сумму. В ноль выйдешь. А? В ноль. В ноль. Получается, ты просто так катаешься на глазах. А машина, ресурс, двигатель, блядь, вся хуйня. А это что, куча не берется? Ну, поэтому я и не езжу туда. Там попробуй, блядь, пиздани что-нибудь, еще сука голову, блядь, дадут, да? Они ж, сука, все с оружием. Власть. И скажи мне, чем изменилась та власть, которая была в 14-м году, дочь, от этой власти? Ничего. Да, блядь, ничем. Люди те же. Ёбаный в рот, ничем не изменилось. Цены, блядь, ёбаный в рот, только растут. Блядь, я в милицию, сука, езжу каждую неделю. Я тебе отвечаю. Знаешь за что? За то, что с бутылкой пива хожу по Востоку. Это штука. Я такой хуи не помню при Украине. Честно тебе скажу. Можно было на месте платить штраф. А сейчас надо ехать в райотдел, блядь. Ёбаный врач. Я нес, слышишь, нес, Саня, на мусорку две пустые бутылки. Выпил их дома. Понял? Вышел из квартиры и несу просто так две бутылки. Останавливается пепси. Алло, алло. Они говорят, вы выпивали? Я говорю, да, конечно, дома выпивал, блядь. Они говорят, ну у вас в бутылках пена. Я говорю, ну и что? Я несу на мусорку выкинуть. Они говорят, не, не ебет, говорит, вы по улице ходите с бутылками, блядь. Штраф 500 рублей. Ты прикинешь? И выписывают тебе штраф. За что? Вот скажи мне, за что? За то, что я с бутылками хожу по Востоку, блядь? Пустыми, блядь. Там на дне пена. Ну, блядь, я понимаю, что там пена. Ну, пена там, потому что я его выпил, это пиво, блядь, ну, оно там было, это пена. Вот никого не интересует, блядь, то, что я его пил дома. И интересует то, что я иду. И хуй докажешь. Они говорят, мы сейчас вас повезем на экспертизу. Я говорю, слушай, ты. Я говорю, экспертиза, блядь, она в любом случае покажет то, что я пил. Потому что я пил вчера и позавчера, блядь. То есть, как бы, блядь, длительный срок. Ты понимаешь, что все? Даже если сегодня меня повезут на экспертизу, я уже с утра въебал три бутылки пива, ебать. Ну и что дальше?